Ну вот, прошло 4 часа. С 12 до 16:00 заряжался аппарат. Вот этот. Вот полная зарядка. Что-то фокус не наводит. Вот так видно. Вот 4 часа было. В 12 поставили. 4 часа заряжал. Вот это вот бяка. Вот с этого слота. Еще у него тут написано. А до этого я пробовал заряжать. На зарядку ставишь, он сколько работает, вот стрелочка эта стоит, там молния, вроде как заряжается. Раз утром просыпаешься, подходишь, смотришь, а она зарядила всего процентов на 10. И все, и отключается. И тут потом кнопочку нажимаешь, вот эту вот, вот эту вот. И он снова начинает заряжать. И вот горит сейчас 3 штуки. Лампочки. 3 лампочки горит. Горели все 4. Ну, посмотрим, что дальше будет. Сейчас с первого слота попробую. Как будет с первого слота еще он заряжать. Вот такая вот фигнюшка. Покупал в магазине 1000 с чем-то, ну, 1400 грубо. Перед этим был он у меня месяц пробыл, 1700 за него отдавал. Он, у него здесь какое-то пятнышко образовалось темное, и с каждой зарядкой оно темнело, темнело, я его пошел сдал, но он заряжал лучше. А вот эту взял бяку. Ну, посмотрим. Сейчас еще один телефон заряжу. Нифига не ловит. Ну все. На этом пока все.